Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота Украина». Прекрасное субботнее утро радует нас великолепной погодой. Тишина, ветра нету, солнышко встает где-то сзади за моей спиной. И мы с Тёмычем отправились в экспедицию. Последнее паханое поле в наших округах. Все засеяно вокруг, в общем. Осталось последнее вот это паханое поле, которое еще не засеяли. Ну, мы, собственно, решили на него заехать. Хотя ехали совершенно в другое место. В общем, вышли, ходим. Есть у меня первая находочка. Сейчас вам покажу. Вот такое вот прекрасное утро, друзья. Где-то кукует кукушка. Слышите? Находочка есть у меня, в общем. Смотрите, даже не ожидал. Вило так, как динарик. Думал, обрадовался уже динарик. А нет, это солид средневековый. Медный, по всей видимости. Очень тонкие монеты делали. Экономили на всем. На серебре, на меди. Вот нафига такую монету делать, скажите, ну смотрите. Да. В общем, вот такое вот тут чернях. Росла соя. Поле перепахали. Ну и мы вышли походить. Походим, друзья. Что-то будет интересное. Все вам покажу. Мы пошли искать. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Идем к машине, друзья, что-то грустно здесь, совсем грустно. И по дороге у меня вылетает монетка. Тоже грустная, такая же, как и это поле. Просто капец, ничего не видно. Даже не знаю, что это такое, если честно. Ну, какая-то медная монета. Вообще ничего не видно на ней. Печалька. Какая-то грустная печалька. Не видно ничего. Идем, в общем, к машине, друзья. Будем переезжать. Осталось нам чуть-чуть не дойти. Сейчас переедем в лес. Попробуем средневековье покопать. Переехали мы, друзья, в Шервудский лес. Кто не знает, это возле села Адвинстоун в графстве Ноттингемшир. Ходим с Тёмычем, ищем клад. Клад Робин Гуда ищем, в общем. Есть у меня первая находочка, сейчас вам покажу. Значит, это Артёмыч там в Шервудских деревьях ходит. А у меня, друзья... Смотрите, второй полезный сигнальчик и та-да-да-дам-да-дам. Сельвупле, месье. Вот вам, пожалуйста, солидик вывалился. Солидик. Только вышли, второй полезный сигнал. Первый выкопал кусочек свинца. И вот вам, пожалуйста, солид. Значит, лес все тот же, где я копался в предыдущий раз с Андрюхой.
В общем, будем ходить, бродить, выхаживать. Я думаю, что что-то найдем. Все, друзья, смотрите, я пошел искать дальше. Друзья, вы не поверите, я загреб ногой ямку, проверяю прибором, а тут еще сигнальчик. И вот вам еще один солид. Прикиньте, как бывает. Две находки с одной ямы. У меня было три, если что. Значит, берем, идем дальше. Кручусь я вот в таких вот чигирях. Сигналы, кстати, очень короткие сигналы. Надо ходить, вынюхивать. Тут навалено, конечно, всяких веток. Трава растет, деревья молодые. Сложновато, но можно как-то ходить. Все, иду дальше, смотрите. Ребята, смотрите, что происходит. Вот здесь вот сейчас выкопал два солида. И па-бам-ба-бам-парам-пам-пам. С каждой ямки вылазит керамика, смотрите. Вот с этой вот выкопал вот такой вот кусочек средневековой керамики. И вот, пожалуйста, еще один солидик, пожмаканный жизнью. Как такими монетами можно было рассчитываться, понятия не имею. Вообще ни о чем, смотрите. Да. Вот такая вот, друзья, история. Вот тут вот сейчас буду ходить вокруг вот этого вот куста. Везде залазит под каждую веточку. Блондинка, умничка. В лесу замечательно. Все цветет, все распускается. Прошел дождик. И так хорошо, тишина такая. Деревья, смотрите, даже не колохнутся. Ветра нету. Красотень. Парит немножко, конечно, после дождя. Мы сняли верхнюю одежду и ходим. Ладно, иду дальше, друзья, искать. Смотрите. Так, Тёмыч где-то от меня убежал. И, друзья, я все в том же месте. Вот там вот выкопал, вот здесь вот. И смотрите, как бывает. Снова керамика вылезла с ямки. И вот такая вот грустная история. Взяли монету, завернули в трубочку. Блин, так жалко. Какой-то полторак был, наверное. Если так думаю. Капец жалко. Смотрите, что с ней сделали. Или грош какой-то. Или полторак. Блин. Обидно, случай. Обидно. Вот такая вот история, друзья. Так. И что интересно, что вот копанная ямка. Где-то вон дальше еще копанная ямка. Куча копанных ямок. И тут я с блондинкой раз и зацепил. Берем, идем дальше. Есть сигнальчик, друзья. Хочу заснять его онлайн. Если сейчас камера не упадет, то все получится. Так хорошо бьет. Думаю, какой-то солидик. Смотрите. Сигнал 76-77. Сигнал просто бешеный. Да, монетка. Сейчас вам покажу. Блин, в этих кустах лазить неудобно. Смотрите, что там видно. О, какой-то горевший солид.
Ой. Ну, в общем, монетка, друзья, так хорошо бил. Класс. Идем копать дальше. Тёмыч тоже солид нашел. Керамика лезет почти с каждой ямки. Сейчас скажу ему, кстати. Тёмыч, у меня еще один солид. Принял, у меня тоже один. О, видишь, хоть лезет что-то потихоньку. Так, это, по всей видимости, серебряный будет. Серебряный. Ладно, не теряем времени. Жарко так, капец, парит после дождя. И фу, вообще такая жара, духота. Ветра нету. Идем искать дальше, друзья. Друзья, смотрите, вот здесь вот сейчас выкопал солид. Есть вот сигнальчик. Видя не показывает, но он цветной. Сейчас попробую эту всю листву, траву убрать и выкопать его. Смотрите. Сейчас попробуем онлайн копнуть. Ходить просто невозможно. Не так и глубоко лежит, я вам хочу сказать. Где-то почти сверху. Дробинка, блин, капец, тупо дробинка. Это вот сюда так начинаешь снимать на камеру и лезет какой-то г. Берем, идем дальше. Был сигнальчик, друзья, из вот этой вот ямки. Смотрите, что мне вывалилось. Я бы тоже сначала подумал, что это пуля, но это, друзья, не пуля. Это какая-то вот такая вот штука. Вот здесь вот. Что это такое? Кто знает? Напишите в комментариях. Первый раз такое нахожу, но это явно не пуля. Не знаю, что это такое. Вот такая вот штуковина. Не знаю. Удивительно очень. Большая такая, как ее пропустили. Вообще не понимаю, как они тут ходили, если честно. Значит, берем. Будем потом разбираться с этим всем, что это такое. Идем дальше. Тёмыч где-то там пикает. Что дождь какой-то накрапает. Ладно, друзья, идем. Не будем время терять. Значит, смотрите, друзья, вот здесь вот у меня была основная часть находок в прошлый раз. Несколько солидов я выкопал сегодня в этом же месте. Ходил, кругами ходил, пошел туда, сходил, вот так вот, вот по кругу вернулся обратно на это же место. И вот вам, пожалуйста, есть еще одна у меня находочка. Не хотел, тут дерево растет, смотрите, и корень от дерева идет вот так вот. Не хотел я его рубать, хотел сохранить дерево. И пальцем вот так вот выковырил солид прям с под корня. Вот он. Пожалуйста, солидик кустов Адольф. По всей видимости, ГА, видите?
ГА. Густав Адольф. Отмочу, дома будет красивенький. Монетка, находочка, класс. Парит так. Просто капец, как парит. О, звонил только что друг с города, говорит, там такой ливень идет, что просто капец. А у нас сухо, солнышко, мы где-то километров 20 от города. Сухо, солнышко, красота, но очень сильно парит, духота, нечем дышать. Тёмыч где-то от меня отвалился метров 100, наверное, ходит ближе к селу, а я попробую шатать это место, где было масса находок. Я даже себе думаю, что, наверное, тут как-нибудь нужно будет это все расчистить и заложить шурфик. И потом обратно же его закопать. Ладно, друзья. Вот в таких вот условиях приходится копать. Иду дальше, смотрите. Есть сигнальчик, друзья. Вот здесь вот я его выцепил. Хороший сигнал. Хочу попробовать онлайн его выкопать. Корни мешают. Замечательный сигнал. Смотрите, какие корни рубает блондинка, лопата. Сигнал шикарный. Выкопал. Блин, какая-то шмурдина. А, тыльник от ножа. Так, бил хорошо. Смотрите. Тыльник от ножа попался. Так, бил шикарно. Я думал, какая-то монета хорошая. Но ничего, идем дальше искать. Смотрите. Пришли мы, друзья, пообедать, и что-то я смотрю, там вот так тянет такую тучу, просто жесть, и уже слышу, начинает греметь, как бы нас этот дождь не накрыл. Сейчас покушаем, попробуем походить еще. Если он дотянется до нас, то мы будем отсюда убегать, уезжать. Что-то парило, парило и, по всей видимости, напарило нам на дождь. В общем, будем смотреть, что там. Если сильно нас намочит, то будем ехать домой. Если нет, то еще походим. Обед у нас, ребят. Всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Друзья, там так гремит дождь. Обошел нас немножко стороной. И не зацепил. Мы пообедали и вышли снова копать. Есть находочка. Та-да-да-дан-да-дан. Солидик выпал. С глубины штыка его достал. Вот такой вот симпатичненький такой. Надо же. Солидик. Какой-то Густав Адольф. Тёмыч, точно такой же Густав Адольф.
Монетка, бил так хорошо, глубоко лежал, но хорошо бил. Берем. Тёмыч вот рядышком крутится. Выхаживаем вот этот вот местечок. Хорошо, что дождь прошел мимо. И мы не поехали домой, еще походим немножко. Все, друзья, смотрите, мы пошли искать. Друзья, смотрите, вот здесь вот я сейчас выкопал солид. Вот чья-то копанная ямка закопанная. Из глубины, я не знаю, смотрите, вот больше штыка. Может, оно падало вниз. В общем, смотрите, какую красоту я нашел. Красота. По всей видимости, колечко я вот тут чуть угрел лопатой. Вот такое вот красивое колечко. Резное какое-то. Прикольно. Очень даже прикольно. Рядышком вот с чужой какой-то ямкой. Сигнальчик. Такой плохой-плохой был. Я его начал раскапывать. Он стал лучше бить, лучше. 97 било. Я, честно говоря, подумал, что какая-то крупная средневековая монета. Но глубоко лежала. Очень глубоко. Кольца вообще хорошо бьют. Они замкнутые и бьют хорошо. Вот так вот. Тёмыч там где-то с симплексом ходит. Посмотрим, что он там сегодня с симплексом найдет. Глянем потом обзорчик его находок. Иду дальше искать, друзья, смотрите. Выкопал сигнальчик хороший, друзья. Сейчас попробуем найти. Вижу, что-то есть. Кусочек какой-то бронзы. Блин. Так хотелось монетку какую-то показать. Вот так всегда. Хочется что-то показать на камеру, и ничего не выходит. Ладно, идем дальше. Друзья, погодка просто класс. Светит солнце и падает дождь. Просто класс. Затянуло немножко небо. Но тут же ж вот солнышко светит, смотрите. Светит солнце. Идет дождь. Прикол. У нас такое называют поросячий дождь. Я думаю, сейчас пройдет быстренько, и мы пойдем копать дальше. О, насыпает трохи. Насыпает. О, пошел сыпать. Тёмыч, я думаю, что сейчас пройдет. Тёмыч там за деревом, под деревом спрятался. А я хожу вот в таких вот местах, смотрите. Копано-перекопано, яма на яме. Ну, закопанная, правда, но что-то вылазит. Что-то вылазит. Село рядышком совсем, вон, крыша домов видно. Так, ладно, друзья, иду дальше искать. Смотрите. Друзья, смотрите, какая черная туча за моей спиной. Там уже гремит так. Не слабо, я вам скажу. И, наверное, слышите? Чувствую я, что сейчас мы будем собираться и ехать домой. Наверное, так и сделаем. Беру прибор, лопату и отправляюсь. Так, где бы мне тут пройти? Отправляюсь к машине. Тёмыч уже где-то там, возле машины. Сейчас, наверное, мы соберемся, друзья, да поедем домой. Эта тучка такая нехилая и затянуто небо, ну, в половину, наверное, и тянется как раз в нашу сторону.
Я считаю, что мы сегодня уже накопались. Вернемся еще сюда, в это место. Кроме нас тут мало кто ходит. Ну, по крайней мере, я тут три раза был. Три раза тут никого не встречал. Но ямы есть копанные. Не наши, чужие. В общем, собираемся. Едем домой. Сейчас дойду до машины, покажу вам свои находки. Хочется подвести итоги. Я ходил с Деусом, с блондинкой, Тёмыч с Симплексом. Сейчас посмотрим мои находки и посмотрим его находочки. И, ой, гремит так хорошо. Грянул майский гром. 2 мая у нас сегодня. Дошел я до машины. 2 мая, друзья, погода замечательная. Сейчас посмотрим находки, да будем ехать домой. Друзья, гроза все ближе и ближе. Сейчас покажу вам находочки. Значит, смотрите, Тёмыч сегодня неплохо с Симплексом откопался. Луницу вот такую вот нашел. С утра, когда мы были на ЧК. Вот такая вот луница. Тут, видимо, снизу еще что-то было. Пойдет такая находочка. Луницу нашел. Накопал сегодня 3 солида. И вот это 2 советины. Пятнашка, еще что-то. Ну и у меня вот 6 солидов. Сколько? 7 солидов. Это какая-то... Не знаю, что это такое. Какая-то Польша, мне кажется. Один вот такой вот завернутый. То ли грош, то ли полторак. Вот такая вот приблуда. Не знаю, что такое. Кто знает, напишите в комментариях, что это. И сегодня порадовало очень вот это вот колечко. Я его отмочу дома. Я думаю, что серебряное, может и ошибаюсь. Может быть и бронза. Как-то мне показалось, что оно серебряное. Сейчас смотрю, оно желтое. Скорее всего, бронза, друзья. Но ничего, все равно прикольная находка. Вот такое вот. Ну, вот так вот как-то. Вот такие находки. Simplex Deus. Вот такие, в общем, находки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.